научном концерте, посвященном Международному дню защиты детей. Удивительный праздник. Впервые о нем заговорили еще в 1925 году, но ежегодно начали отмечать, начиная с 1950 года. Спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны, женщины из разных стран мира собрались на конгресс в Париж. И здесь дали клятву беречь детей от войн, от голода, от смерти. Именно отсюда берет начало наш праздник. А знаешь ли ты, Макар, что у этого дня есть свой флаг? Конечно, я подготовился. Ну, поделись с нами. На зеленом фоне, цвет которого означает свежесть, плодородие и гармонию, изображены разноцветные фигурки. Красная, желтая, синяя, белая и черная. Что же они означают? Это дети всего мира держатся за руки вокруг планеты Земля, нашего общего дома. Прекрасный символ, прекрасный флаг. Я думаю, что по всей стране нашей, не только в нашей стране, происходит множество удивительных, интересных событий, связанных с этим праздником. В Приморской краевой филармонии сложилась замечательная традиция. В этот день на сцене большого зала играют дети. С Тихоокеанским симфоническим оркестром выступают победители региональных конкурсов. И сегодня новая встреча оркестра с юными музыкантами. Тихоокеанский симфонический оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист России Анатолий Смирнов. Музыка современного автора. Владимир Коровицын, «Прелюдия». Солистка, ученица детской школы искусств номер 8 города Владивостока, класс Ларисы Витальевны Тиваненко, лауреат 9-го регионального конкурса Арсения Корсун. Thank you.
продолжать наш концерт выступление юной скрипачки. Прозвучит первая часть 9-го концерта для скрипки с оркестром Шарля Барио. Солистка, ученица детской школы искусств Уссурийского городского округа, класс Галины Валерьевны Копыловой, куратор, заслуженный артист России, профессор Феликс Генельевич Кальман. Играет лауреат международного и регионального конкурсов Ангелина Лапко. Thank you.
музыку любишь? Очень люблю. Я учусь в музыкальной школе при колледже искусств на хоровом отделении. У нас бывают концерты, и почти всегда большие. В каких же концертах ты принимала участие? Например, в прошлом году мы с хором 500 человек выступали в оперном театре на День Победы, а потом на Центральной площади на Дне славянской письменности. Ну, я вижу, ты человек в исполнительском искусстве опытный, поэтому ты, конечно, понимаешь, что выучить произведение и сыграть его, исполнить на сцене филармонии с настоящим оркестром – это ответственность и нешуточная. Из наших участников кто-то уже имеет опыт оркестровых выступлений, другие впервые выходят на эту сцену, конечно, мы болеем за всех. Дорогие друзья, сегодня вы становитесь свидетелем очень интересного исполнения. Пожалуй, впервые артисты Тихоокеанского симфонического оркестра в свои ряды принимают юных оркестрантов. И все это ученики второй музыкальной школы города Владивостока. Помимо занятий основным инструментом, они занимаются в оркестровом классе, которым руководит заслуженный работник культуры Антонина Григорьевна Амелянская. Коллектив стал лауреатом целого ряда региональных конкурсов и международного джазового фестиваля. Сейчас мы назовем имена наших новых артистов оркестра. Итак, Иван Новиков, Виктория Фролова, Марта Турова, Даниил Шилов, Марина Эльдемель, София Деребянкина, Анна Петрунина, Шахзод Нематулаев, Василиса Никольская, Бажена Жеребор и Вадим Шихоркин. Ребята пришли, чтобы поддержать своего товарища, чтобы исполнить прелюдию из концерта Гросса Эрнеста Блоха. Итак, играет сводный симфонический оркестр, дирижер Анатолий Смирнов, солист, ученик детской музыкальной школы номер 2 города Владивостока, класс Светланы Ивановны Шулытько, лауреат международных и региональных конкурсов Александр Павловский. Thank you.
концертную программу, выступление еще одного вокалиста. Вы услышите знаменитую неаполитанскую песню Энрико Каньо «Влюбленный солдат» в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением Анатолия Смирнова. Поет ученик детской школы искусств номер 8 города Владивостока, класс Марии Сергеевны Бачуля, лауреат международных конкурсов, обладатель гран-при 9-го регионального конкурса Данил Сахаров. При Приморском краевом колледже искусств Макар Кравец и музыковед
Наталья Мищенко. Мы поздравляем от всей души наших юных артистов, их родителей, их педагогов с победой в конкурсе и желаем всего самого-самого хорошего, новых творческих достижений. Конкурсов. Люди, которые прошли серьезные испытания, ведь каждый конкурс требует и сил, и таланта, и вдохновения. Каждый конкурс служит росту творческому в первую очередь. А я не знала, что я расту все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту, расту, шагая по нас. Расту, когда гляжу в окно. Расту, когда сижу в кино, когда светло, когда темно. Расту, расту я все равно. Сегодня на сцене юные музыканты выступают вместе с профессиональными, взрослыми, настоящими артистами. Ну и у меня сегодня юная соведущая Алена Рублевская. Прошу любить и жаловать. Руководителем нашего фестиваля является заслуженный артист России Анатолий Смирнов. Он руководит программами, он создает оркестровки. Многие произведения, которые прозвучат сегодня, представлены именно в его аранжировках, в его оркестровках. Ученик детской музыкальной школы номер 2 занимается в классе Евгения Евгеньевича Зубенко. Исполнит итальянскую польку Сергея Рахманинова. Дмитрий Двуричанский. Антонина Григорьевна Амелянская, концертмейстер
Светлана Ивановна Шелудько. И перед вами выступит вот такой расширенный состав Тихоокеанского симфонического оркестра и камерного оркестра второй музыкальной школы города Владивостока под управлением Анатолия Смирнова. Джексон Джонс. Старые дни рок-н-ролла. Присоединиться к вашему чудесному коллективу. Мы получили огромное удовольствие от выступления вместе с вами. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам. Мы получили также огромное удовольствие, учитывая то, что у нас явно не хватает скрипачей в оркестре. Спасибо. Thank you.
Дорогие друзья, сейчас перед вами выступит ансамбль гитаристов «Милонга» детской школы искусств номер 4 города Владивостока, руководитель коллектива Оксана Евгеньевна Рассокина. Франц Шуберт, серенада. На сцене ансамбль гитаристов «Милонга». Она стала лауреатом первой премии. Девочка учится в детской школе искусств Дальневосточного государственного института искусств. Ее педагог Светлана Владимировна Турова. Вы услышите вариации Паницкого на темы русских народных песен «Среди долины ровные» и «Светит месяц». Выступает Елизавета Елфутина. Thank you.
Дорогие друзья, и вновь перед вами выступают гитаристы. Ансамбль детской школы искусств номер 1 города Находка. Руководители ансамбля Сергей Геннадьевич Белых и Татьяна Юрьевна Струкова. Руднев. Фантазия на тему песни «Дружба». Выступал в сопровождении оркестра, говорят, многих конкурсов, ученик Марии Сергеевны Бачуля, детская школа искусств номер 8, города Владивостока. Вы услышите неаполитанскую песню «Дэнса на качелях» в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Анатолия Смирнова. Поет Даниил Сахаров. Thank you.
под занавес выступление творческих коллективов детской школы искусств номер 3 Владивостока. Это заслуженный коллектив Приморского края, образцовый ансамбль народной песни «Звонница» и ансамбль народной песни отделение сольного и хорового народного пения Приморского краевого колледжа искусств. Руководитель ансамблей Наталья Ивановна Галкина, а также народный коллектив Приморского края, ансамбль народных инструментов «Озорники». Руководитель ансамбля, лауреат правительственной премии «Душа России» Сергей Владимирович Токарев. Thank you.
громкой судьбою страна. У меня ты, Россия, как сердце одна. Я и другу скажу, я скажу и врагу. Без тебя, как без сердца, прожить не смогу.